Ярославский «Шинник» потерпел второе поражение подряд. Сегодня команда Александра Побегалова принимала дома подмосковные «Химки» и уступила с минимальным счетом. В составе черно-синих на поле появился голкипер Станислав Антипин и защитник Николай Покидышев. А на трибунах, несмотря на раннее начало матча, собралось довольно много болельщиков. Первый тайм прошел в равной борьбе. В начале второго ярославцы не реализовали выход 3-2. В концовке встречи получили в свои ворота пенальти. Итоговый счет 0-1. В воскресенье ярославцы примут на своем поле волгоградский «Ротор».